Одни опасались потери дохода, другие боялись лишения льгот, а третьи считали, что это забота – колоть непроверенной жижей народ. Припали к пробиркам врачи Гамалеи, спасем от ковида Россию и мир. Мы первыми будем, скорее, скорее. 2 месяца нате, готов эликсир. Колите, не бойтесь, бесплатно, повсюду. В сортирах, отелях, ТЦ и церквях. Поверьте простому российскому чуду, привыкшие жить от рождения в цепях. Забота о стаде в руках скотовода. Отставить сомнения, просто колись. На ухо одели ярлык с QR-кодом. Пустили в загон, чтоб послушно паслись. Одни опасались потери дохода, другие боялись лишения льгот, а третьи считали, что это забота — колоть непроверенной жижей народ. Но мы же не скот, возмущались шестые! Их всех взбудоражил пронзительный зов. Неужто слова о свободе пустые? Неужто мы предали дело отцов?